Диалог с регионами России – это одно из направлений, в котором сегодня работает экономика Брещины. Для областного центра эффективное сотрудничество с Нижним Тагилом означает новые рынки сбыта, новые стратегические отношения в различных сферах. Промышленный сектор здесь пересекается минимально, а это значит, что обеим сторонам диалога будет что продавать друг другу на взаимовыгодных условиях. Мы понимаем это, о том, что взаимоотношения должны быть, они должны быть усилены. И то, что я сегодня мы увидели вот это понимание от вашего главы, и общее понимание о том, что мы можем быть вместе и должны быть вместе и развивать эти добрые отношения, это все хорошо. Вот такие личные контакты, рабочие контакты – это форма развития нашей экономики, нашего города Бреста. Да, это Санта, да, это Савушкин, прежде всего, но у нас есть масса других предприятий, которые могут позволить себе поставить практически однозначно продукцию мирового уровня туда, в Нижний Тагил. Что для этого будем делать? В рамках повратительских отношений делать взаимные наши выставки, приглашать делегацию деловых кругов Нижнего Тагила к нам сюда, работать в рамках торгово-промышленной палаты, работать в рамках отношений между органами самоуправления. Нижний Тагил – представитель Свердловской области, с которой экономический диалог уже в процессе своего становления. Так, товарооборот российского региона с Брестом превысил 13,5 миллионов долларов. Есть потенциал для сотрудничества в сфере легкой промышленности, а также сохранение темпов роста по экспорту молочной продукции, рыбы и морепродуктов. Если сейчас мы полностью сложим руки и ограничим контакты, в том числе деловых кругов, административных, как говорится, наших коммуникаций, тогда, выходя из пандемии, у нас не будет задела. Поэтому данный визит, даже с условием всех ограничений, мы видели, мы даже на встрече были, когда близко друг с другом были в масках, да, это те риски, которые абсолютно оправданы с точки зрения того, что нам надо развиваться, нам надо зарабатывать, в том числе, я имею в виду, город Брест. Нижний Тагил – город-побратим Бреста с 1998 года. Эта дружба знакова и значима, особенно в вопросах сохранения исторической памяти. Это направление участники встречи считают одним из приоритетных, поэтому обмен молодежными делегациями должен стать регулярной формой сотрудничества. Очень важно для того, чтобы поддерживать еще народную дипломатию, чтобы наши ребятишки, действительно, Александр Степанович очень правильно сказал, отработаем процедуру, либо это будут прицепные вагоны, либо это будут просто перелеты. Но то, что здесь должны быть наши ребятишки, и чтобы они видеть должны эти города, общаться с вашими детьми. К слову, именно поэтому посещение мемориала «Брестская крепость-герой» стало обязательным пунктом ознакомительной программы. Делегаты возложили цветы к вечному огню, а также минутой молчания почтили память героев. Продолжилась рабочая поездка посещением предприятий областного центра.